Вижу, вижу, что дело, заложенное мною, процветает. А сколько добрых молодцев благодатная земля Вологодская сегодня собрала. Да не простых, а в огне закаленных. Вот уж праздник жарким будет, ой, жарким. Ну а ты, коли тут уж стоишь, так поведай мне, чего здесь столько умелых мастеров вместе собралось? Расскажу, царь. Али против императора что удумали? Не серчай, царь. Батюшка, нет, ничего не удумали. Просто сегодня мы собрались здесь, на чемпионат кузнецов. Дело тебе известное. Сегодня 30 человек, вот где-то они ходят у нас здесь в толпе, 30 мастеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Брянска, Хакасии, называл я уже. Все они готовы поделиться с вами, Петр Алексеевич, тонкостями кузнечного дела. Знаю, вы это дело любите. Да ну! Молодцы! Молодцы! А помните, братцы, как мы с вами строили флот наш? Как скрипели якоря под ударами молота? Вот! Вот на таких людях, как вы, зиждется наша держава. В каждом ударе молота на ковальню, в каждой искре, вылетающей из-под раскаленного железа, вижу я настоящий русский характер. Это трудом кузнеца создаются мечи, защищающие наши границы. Топоры, что варят леса для новых кораблей. Плуги, что вспакивают поля для выращивания пшеницы. Это без вашего труда не было бы крепких стен Петербурга, не было бы надежных орудий защиты, не было бы основы для всей нашей промышленности. Каждый звук вашего молота гремит в ритме грядущих побед. Именно в кузнице, да, именно в кузнице заложена сила и уверенность в завтрашнем дне. Виват кузнецам! Громче виват кузнецам! Они это заслужили! Спасибо, царь-батюшка, за оказанное внимание и поддержку. Просим вас, Петр Алексеевич, принять участие в церемонии передачи и зажжения огня. С удовольствием. А для передачи фестивального огня, подружные аплодисменты, прошу разойтись и повернуться вот туда. Мы приглашаем мастера народных художественных промыслов Вологодской области, народного мастера России, члена Союза. И сейчас на ваших глазах происходит зажжение главного горна арт-площадки кузнечного фестиваля «Магия огня и звон металла».